Рос я, и менялась и мера ответственности, и масштабы интересов и целей. Сначала все было направлено на что? На эго, конечно. Больше узнать, больше увидеть, больше попробовать, больше почувствовать там, и так далее. Да? Комфортнее каким-то образом организоваться. Вот. То со временем, конечно, у тебя появляются или подчиненные, или семья, и ученики, и последователи, и квалификационные ожидания по поводу тебя. И поэтому меняется, в общем, что меняется? Вот вопрос. Да, что меняется? Меняется, зона ответственности, конечно, растет, да? И сама жизнь, сама ситуация, сама судьба, собственно говоря, призывает тебя периодически делать некую инвентаризацию, да, и самоидентификацию такую, да, и самоопределение, скажем, да, и выбор, там, не знаю, направлений или ценностей, которые для тебя доминантны и приоритетны. И тогда ты говоришь, вот моя зона ответственности, вот уровень моей квалификации, вот мои там должностные или семейные или гражданские обязанности. Вот в этих параметрах я буду стремиться к идеальному конечному результату.